Массовое ДТП в центре Курска. Во вторник в 5 часов вечера на перекрестке улиц Ленина и Садовой произошла серьезная авария с участием общественного транспорта. Есть пострадавшие. Мерседес двигался в сторону Перекальского и на перекрестке врезался в Тойоту, которая поворачивала с Мирной. По словам очевидца, водитель Мерседеса двигался на красный свет светофора. Дальше авто столкнулось с маршруткой Форд, которая ехала по направлению к Красной площади. Та, в свою очередь, задом ударила ПАЗик. В результате ранено 4 человека – водители Мерседеса, водители пассажир Тойоты, пассажир маршрутки. Все они были госпитализированы. Обстоятельства выясняются.